Спонсор программы «Патруль» – торговый дом «Ханерон». Здравствуйте, а теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие выходные. Вечером 8 июня на железнодорожном переезде в Ноябрьске водитель «Нивы» врезался в стоящий на красный сигнал светофора «Хюндай». От этого последний автомобиль отбросило почти на рельсы. К счастью, локомотив успел остановиться и не повредил легковушку. Врачи бригады скорой помощи оказали пострадавшим помощь на месте и доставили их в больницу. По предварительной информации, пострадали 5 человек, среди них двое детей, 2 и 7 лет, из автомобиля «Хюндай». Позже выяснилось, что ни у кого из участников аварии нет серьезных травм и лечение никому не назначено. А виновник аварии отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение. Днем 9 июня в поселке Уренгой загорелась теплотрасса. За 10 минут с огнем справились 6 пожарных при помощи 2 единиц спецтехники противопожарной службы ЕНАУ. Огнем уничтожена теплотрасса на площади 10 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Прокуратура Губкинского нашла в интернете сайт, на котором в открытом доступе размещена информация о способе изготовления коктейля «Молотова». В соответствии с законом распространение данной информации запрещено. Так прокурор обратился в суд с иском о блокировке интернет-сайта. Он был удовлетворен судом, а доступ к интернет-странице заблокирован. На выезде из поселка Тазовский местной полиции был задержан мужчина 1988 года рождения. У него в кроссовке правоохранители нашли наркотические средства растительного происхождения общей массой 4,42 граммов. Вещества житель поселка приобрел для себя. Отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Накануне в городе Тобольск Тюменской области у вечного огня была обнаружена зверски избитая 52-летняя женщина. От полученных травм она скончалась 10 июня. Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы. Это мужчина славянской внешности, среднего телосложения. У предполагаемого убийцы светлые волосы и голубые глаза. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Торговый дом «Ханерон» предлагает «Керхер» и «Автохимия ГРАС», водонагреватели, ручной инструмент, электроинструменты, кабельная продукция, светодиодная продукция, фильтры, пожарные, извещатель. Торговый дом «Ханерон», улица Магистральная, 46, ориентир НГ-сервис.